Хейо, гайс, мишмики, мы продолжаем пройти руку под названием Спанч Боб Сквипенс Баттл Фо Бикини Боттом Ремейк. Окей, в прошлой серии мы с вами покатались по горке. Мы насобирались с вами довольно достаточно всего. Теперь у нас есть лопатки, чтобы попасть вот сюда. Подождите, мы в какой-то парк отправляемся. Ого, робот выглядит очень-очень как Патрик. Изо рта что-то... Денек что-то совсем не задался. Губка Боб, скорее! У Сквидварда дела хуже, чем у Боба в Буррито на сковородке. Ты права, Сэнди. Но если робот и правда похож на Патрика, он приготовит нас на десерт. Что же нам делать? Нам нужно придумать что-то. И живо. Может, кнопка у него на спине приведет к самоуничтожению? Попробуй нажать на нее. Хорошая идея, Спанч Боб, но медлить нельзя. Да ладно. Ой, похоже, Губка Боб придется непросто. Больше... Вы только посмотрите, робот закружилась голова. Теперь робот получает хороший пинок. Раз, два, три, поворот. Ух, и робот повредился. Теперь робот получил хорошую трёпку. Мне интересно, у него еще есть две стадии. Ну все, ты довел белку до белого коленя, сейчас ты у меня отведаешь чили по-техасски. Что же придумал Сэнди, чтобы разморозить Губку Боба? Большой барьер. Чё? That hot goo could melt anything. Look at that hang time. Look at that hang time. Great Barrier Reef. Так, вот это уже плохо. Если все будет заполняться. Oh, and the robot is down. Now the robot's taking a beating out there. One more douse with that stuff, okay. And SpongeBob will be back in the ring. Look at that hang time! Great Barrier Reef! Oh, that's gonna sting! Do-si-do and around you go! Oh, and the robot is down! Так я уж ударил, алло. До-си-до, and around you go. Так я же его ударил. Oh, and the robot is down. Жарче, чем сафари в июле. Пора показать этому роботу, где гайки зимуют. Сработал, Губка Боб снова в деле. До-си-до, and around you go. I see a prime bowling moment right here. And the robot is down.
Ну, в принципе, тактика у него довольно легенькая. Главное вовремя уворачиваться. I see a prime bowling moment right here. That's the ticket. Do-si-do, and around you go. Отлично. I see a prime bowling moment right here. Спасибо за спасение, ребята. Не думал, что скажу это, но за мной большой должок. Скажи спасибо, Сэнди. Если бы не она, мы бы до сих пор были заморожены. Ой, ну ладно вам. Мальчики замущали. Кажется, мне это зеленая... Что? А, зеленая штука в штанах. Ну что, в принципе, мы с вами отправляемся... Куда-то? Сейчас мы исследуем немного территорию новую. New Territation. И посмотрим, что будем делать дальше. Что у нас вообще сейчас доступно? Ну, пойди там... Летучий голландец был, это раз. Чамбакет, это два. И ресторан мистера Крабса. Крабс. Это три. Потом на карте были сон Спанч Боба, сон лопатки, сон еще носков. Поэтому, скорее всего, там еще с мини-уровнем. Ну, на самом деле, хз. Посмотрим. Если, конечно, загрузка пройдет, да. Потому что она уже где-то минуты две. Если не больше. Sorry, не жаль, Планктон, но лаборатория, по-моему, наверное, заперта. Я не знаю, накоплю ли я когда-нибудь достаточно золотых лопаток, чтобы попасть туда. Да, это система безопасности помойного ведра. Я сам ее практиковал и очень горжусь этим. Оно должно было защищать от места, от толп всех этих грязнуль. К сожалению, я не предполагал, что сам окажусь в этой ситуации. И что ты будешь делать, Планктон? Мы, я, конечно, имею в виду тебя. Собираемся выйти наружу и забрать эти золотые лопатки, или я никогда не вернусь помпу на ведру и не верну контроль над своими роботами. Что ты сказал? Говорю, никогда не вернусь в помпу на ведро и не сварю ту посоль с томатами. Что тут нечисто? Давайте смотреть, что у нас тут есть. Бабл-бабл-бабл-ди. Уверен, следующие движения, которые мы будем научить, будут самыми лучшими. Абсолютно точно, Губка Боб. Секретными мизинцами, чтобы закрепить наш супер договор. Буду умнее мизинец, я бы с радостью. Давай, я тебе его выдам. Да, возможно, позже. А теперь обрати внимание, Губка Боб, этот пузырь просто сногсшибательный. Я же весь супер вниманием. Пока стоишь на месте, наш микро Кью выдаешь пузырь, который сможет управлять во время его полета. Ого! Не целься осторожно, у тебя всего несколько секунд, пока пузырь не лопнет. Я музырьковая машина. Пузырьковая. Ха. It shines. Самонаводная машина. О, носок. Мам,
Что случилось, мистер Крабс? На вас лица нет. Помоги мне, Юнга. Крабс и Крабс взяли на абордаж. В ресторане хозяйствующие эти пиратствующие роботы. Они меня выгнали, и что еще хуже, отняли все мои дивные блестяшки. Оскверните Крабс и Крабс? Неужели это право на этих злодеев? Что же нам делать, мистер Крабс? Мы, то есть ты, вышвырнем все туда роботов, вернем мой ресторан, а самое главное, спасем мои денежки. Так, давайте смотреть. Две лопаты. Так, понятно, туда не идем. Так, вот это мы уже все исследовали, так? Так, в лес мы не пойдем. Короче, я могу в Чамбакет пойти и в ресторан. Водорослевый лес и логово голландца мы не пойдем. А это у нас... лес и голландец, да? Ну, погнали сюда тогда. Время у нас достаточно. Ну, выгнать, скорее всего, нужно будет просто... Окей. Все, да? Like a spring breeze. Больше тут ничего нету. Мим. Ну тут какие-то новые лазерные челики. Ты заставил меня немножко поволноваться, мальчик. Я за свои богатства волнуюсь, естественно. Хе-хе-хе. Вот, возьми эту награду. Ну, нам, в принципе, еще 6 лопаток, мы выиграли игру. They serve food here, yes, but they don't serve love. Срочные новости власти подтвердили, что заполнившийся бикини-ботом робота действительно появляется из помойного ведра. Да именно оттуда, где вы находитесь, планктон владелец помойного ведра, хорошо известного созданием роботов, единственная цель которых — вызывать разрушение и хаос, отрицает свою причастность. А затем растопчут ваших детей и растопчут детей ваших детей. Это был срочный выпуск новостей бикини-ботом. 75 все-таки, да? Ну ладно. 75 это много. Roll, roll, roll the sponge. May I help you? Чем могу помочь? Тебе нужно... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь,
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Shines. Ту-ту-ту-ту-ту. Я даже не знаю. Мне не вынужден нафармить где-то будет. Ладно, побежали. Давайте. Лес пройдем. И потом я пойду фармить. Мы находимся в водорослевом лесу. Здесь заняться есть, что посмотреть, конечно, если вы первым делом не заблудитесь. Молодь, меня чисто чуть не убило растение. Уже. В самом начале. Надо быть здесь осторожным. Меня просто развалили на части. Классно. Ладненько. А, подожди, я еще из центра там не достал трусы. I feel like a new sponge. Boy, Patrick will be glad to have this back. Блин, мне бы сюда Сэнди. Плюс на шок, на шок, на шок. Hey, you! Patrick needs to do laundry. Ясно. Это не так уж легко будет сделать все. Привет, мисс Пафф. Вы же проводите здесь вождение, правда? Нет, Гукаб, с чего ты это взял? Ты решил, что мы занимаемся здесь, чтобы спрятаться от тебя? Глупость, я всего лишь заготавливаю хворост на зиму. Ой, можно мне помочь? У меня медаль почета за сбор хвороста. Вообще-то ты можешь бы помочь мне еще кое-чем. Эти роботы запугали всех студентов, я хотел сказать, туристов. И они убежали в лес. Нужно, чтобы кто-нибудь отправился туда и нашел их, пока не пришли лесники. Лесник. Я помогу вам их найти, мисс Пафф. Я так... Губка, что вам нужно? Спасибо, Губка. Я тебе хорошо вознагражу, когда ты их всех найдешь. Окей. Нифига, в какие кущери я могу забегать. А потом попытайся понять, куда тебе идти. Так, мне тут Патрик нужен. Так, я сюда могу пойти. Вопрос для чего?
Недолет. Так, неплохо. Так, а там точно ничего нету? А это лед. Нету тут никого. Погнали далее. Так, где тут что выросло? Мало, трилить запутаться очень легко. Так, один есть. Еще осталось 5. Зачем, Патрик, если я могу все так сделать? В натуре. Сорян, Патрик. Чисто работаем без Патрика. Да что ты меня сюда закидываешь? Я видел носок на воде. Так, я там был? Был. Подожди. Одного я там нашел. Это второго, да, я нашел? Пойди, да. Ладно, идем далее. Лесные джунгли. Я могу сразу на низ прыгнуть. Мне кажется, я тогда что упущу. Здравствуйте, мисс Крабс. Губка Боб, помоги мне найти Патрика. Мне есть для него задание. Ну, в принципе, Патрик и... Привет, привет, мисс Крабс. Что поделываете? Йо-йо, Патрик. Я пытался вернуться три каменные идола на пьедестал, чтобы добраться до водорослевой пещеры. По ту сторону моста. Там ведь могут быть клиенты. Я видел, что в округе разбросан три идола. Но моя старая голова не сообразила, как их сюда притащить. Можно мне попробовать? Конечно, а почему бы и нет? Мне нужно поднять себе, так себе настроение. Если ты преуспеешь, то там наверху тебя ждет золотая лопатка. Ну, мистер Крабс, я попробую, вдруг получится.
Bob's underwear fits quite right. Ага. Ага. Up we go! Ты чувствуешь, когда ты уже проебался? Почему лед так быстро растаял? Сука. Мне было все продумано. Ну, пробуем снова что делать. Монать Патрик летит просто. Я понял. Пишем снова обратно. Ништяк. Нахера мне это показывают? И? Здесь вопрос в другом, как мне отсюда выбраться? А, это типа чисто прыжок для проверки, да? Найс. Хороший батут. Только время убил зря. Is this all? I thought it was gonna be an ice cream cone. Whoa! Again! Просто буду прыгать, и все. That's much better.
Так, там у нас что-то было, я не помню уже. Нажмите кнопку, чтобы восстановить как. Как мне то ну так нести? Та что я с этого прыгать и могу. Ладно, пока что пускай. Хотя нет уж, нет уж, нет уж. Понимаете, в чем тут херня? Я то прыгаю, но а как мне вернуть камень обратно? Я с камнем просто никуда не могу попасть. В коробку кинуть я не могу. Поэтому я сейчас и думаю, куда мне идти. This one goes boom. Идеально, конечно, было бы сюда, потом на нижний и наверх. Не его швырнуть туда. Ну что, ну снова он сломался просто. Не плевать на это, я не понимаю, как мне притащить. Stuff around. Я понимаю, что я должен на нижний упасть, но я не могу упасть на нижний. Почему там лезть вода в воздухе? А то не вода точно. Короче, ясно, so понятно. Ты чувствуешь, когда не можешь идолов отнести куда надо? Он упал под лист. Ладно, давайте, я думаю, короче, на этом мы с вами закончим.
Я сохранюсь, да и все. Потому что я не шарю. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.